Меня зовут Алла Борисовна. Я бабушка Зары. У вас мы занимаемся уже 2 года. Второй год идет. Первый год мы занимались художественной гимнастикой год. Очень нам помогло, нам очень понравилось. Сейчас ходим второй год на вокал. Ну, нам, во-первых, нравятся люди, потом, как преподают. Алена нам очень много дала на художественном, так как сейчас это отражается на занятиях. Дочь может рисовать, рука уже наложена, правильно рисует, где-то начертит правильно, где что. Ну, очень много помогает. Вокал, она была очень стеснительная, сейчас она стала более свободная, уже участвовала на съемках. У меня такой принцип, пока ребенок ничего не понимает, надо его везде водить, везде. Наш ребенок не понимает, что можно по-другому жить. Ей вот сейчас в январе исполнилось 6, она ходит везде, и она с утра до вечера у нас занята. Ей все нравится, потому что в их возрасте все преподается в игровой форме.